Только сегодня появился ответ украинской стороны на вчерашнее заявление президента России Дмитрия Медведева. Комментарий от имени главы политсовета партии «Наша Украина», руководителя президентского секретариата Веры Ульянченко. Заявление опубликовано на интернет-сайте этой партии. К сожалению, молодое руководство России превращается в заложника старых имперских комплексов, которые вынуждают постоянно лелеять образ внешнего врага и подменять равноправный диалог со всеми соседними государствами языком обид и угроз. Бесспорно, Украина была и будет предана дружбе с российским народом, и именно к нему сегодня мы обращаем свои искренние и преисполненные достоинства слова. Мы все, граждане обоих государств, должны отмежеваться от агрессивной риторики. Тот, кто хочет партнерства, не избегает встреч, не медлит с прибытием послов, а использует каждую возможность для конструктивного диалога. Агрессивная тональность обращения российского лидера касается не Ющенко и его политики, а всего государства и всего украинского народа. Ответ российской стороны на заявление Веры Ульянченко – это произвольная интерпретация того, что изложено в послании нашего президента. В этом послании никакой агрессии вовсе нет. Там выражена озабоченность, утверждает замглавы МИДа России Григорий Карасин. В Киеве мнение российских дипломатов озвучил временный поверенный в делах России в Украине Всеволод Лоскутов. Мы отвергаем всяческие характеристики, скандалы, войны. Дмитрий Медведев искренне изложил наше беспокойство теми проблемами, которые возникли в двусторонних отношениях. И исходя из сегодняшних реалий мира, сделал это открыто, публично. Мы, как и раньше, так и сейчас готовы к диалогу. Сам Виктор Ющенко ответит на обращение Дмитрия Медведева в ближайшие дни, возможно, завтра или послезавтра. Об этом сообщил первый заместитель главы президентского секретариата Александр Шлопак. По его словам, Виктор Ющенко сейчас в отпуске и прерывать отдых для ответного заявления, скорее всего, не станет.